пройдемте. Добро пожаловать. Здравствуйте. Вместе играли, говорит, я спрашивал соперника, да. Первый раз так полноценно узнать о клубе, наверное, предоставили возможность, спасибо. Но до этого много раз был в Уфе, всегда нравился, и город нравился, и болельщики, и атмосфера на стадионе. А последние 3 года в роли уже как тренера был у вас, и здесь одно из самых лучших мест, где можно играть в хоккей. Башкиров. Вот, он как приехал из Ханты-Мансийска, сменил фамилию на Башкиров. Экраны. Экраны. Перед каждой игрой мы просматриваем матчи «Динамо Минск» настроя. И идем в бой сразу. Мне кажется, есть какая-то взаимосвязь, наверное, Минска и Уфы, наверное. Поэтому здесь, наверное, столько белорусов, наверное, и играло за всю историю. Вот. Но на самом деле любовь к хоккею, она в этих городах, наверное, огромная. Василевский, отец, сын. Зарипов, да. Шипачев, значит. Да, тут я даже сломался что-то. О, вот. Хорошая комната. Да. Воспоминания, да? Клюшка, я не знаю, вы застали там это, или нет, но в мое время мы вот так играли. Михаил, не играли такой? Играли, да? Мне отец сделал только такую, знаете, орешину, которая... Вот здесь, орешина? Да, вот здесь внизу, когда изгибается, когда вот он растет, вот так, оп, и вверх пошел. И вот так он стесывал, получается, да. Ну, так у нас не было. Мы из елок делали. Это вторая арена, она тренировочная. Пацаны, 2009 год. Ну, замечательно. Ну вот, как шикарно у вас. Это арена снизу. Да, арена снизу. Выше на бойцовскую. Да. Ну, одна из лучших арен, объективно. Очень замечательная арена у вас, очень уютная, стилизованная. Мы получили опыт в том, как это нужно делать. Пообщались сегодня о взаимоотношениях, потому что мы дружим с вашим директором, и вы были у нас на товарищеских играх. Вот мы с дружеским визитом приехали сегодня в Уфу, чтобы посмотреть работу вашего клуба, познакомиться с новым тренером. Приехал у нас еще генеральный менеджер национальной команды с федерации, поэтому налаживаем контакты, общаемся, и мир хоккея, он такой многогранный. Сегодня мы должны понимать, что Россия – это наш старший брат, и мы должны дружить, общаться, и все взаимоотношения, они должны идти на дружеской ноте, и их должно быть как можно больше.